Прекрасна древняя кыргызская земля. Ее небесные и могучие горы, как будто сказочные великаны, охраняют мир и покой живущих на этой земле людей. Человек, живущий на этой земле, ощущает гармонию природы и ее величие. Но этот хрупкий мир подвержен опасности и в любой момент может быть разрушен, так как зло, горе и беды войны находятся рядом. Эту древнюю землю наши предки защищали с оружием в руках от многих иноземных нашествий. Кыргызская республика, как любое суверенное государство, имеет право на гарантированную защиту своей территории. В нынешнее время на защите мирного труда многонационального народа Кыргызстана стоят ее вооруженные силы. В соседней республике Таджикистан уже в течение нескольких лет идет братоубийственная война, в результате которой сотни тысяч людей потеряли дома, остались без крова, десятки тысяч оказались в роли беженцев. С первых дней своего образования вооруженные силы Кыргызской республики совместно с армиями других государств Содружества оказывают братскую помощь соседнему Таджикистану в охране границы с Афганистаном. На основании решений глав стран-участников Содружества независимых государств о мерах по стабилизации обстановки на участке государственной границы Республики Таджикистан с Афганистаном в Кыргызстане был сформирован отдельный стрелковый батальон для выполнения боевой задачи по охране государственной границы. Несмотря на собственные экономические трудности, республика находит средства для обеспечения этого батальона всем необходимым. Из соединений и частей Министерства обороны Кыргызской республики выделяются подготовленные военнослужащие. Комплектование производится на добровольной основе, переброска личного состава осуществляется воздушным и автомобильным транспортом силами и средствами Министерства обороны. Эту страну справедливо называют крышей мира. Перевалы горного Бадахшана таят в себе много неожиданностей и опасностей. Каждый раз марш кыргызского батальона к участку охраняемой государственной границы проходит в экстремальных условиях. Бурна и своенравна река Пянш, по которой проходит рубеж ненависти и страха. На участке таджико-афганской государственной границы свыше 100 километров воины-кыргызстанцы выполняют свою нелегкую и ответственную задачу. Днем и ночью, в стужу и зной, держат границу сыновья Кыргызстана. Времена взаимной подозрительности между государствами потихоньку уходят в прошлое. Но пока существуют между странами границы, и, очевидно, долго еще будут существовать, наличие их и охрана – важнейшие атрибуты и обязанности государств. Эти горы очень похожи на наши, родные. Но их склоны и ущелья могут таить смертельную опасность. В любой момент может прогреметь предательский выстрел, или под покровом ночи попытаются прорваться вооруженные до зубов боевики. Сейчас в Ишкашиме находится уже 7-й батальон, сменяющийся на днях. Через миротворческий батальон прошли сотни офицеров. В нем получили боевой опыт тысячи солдат. Добрая половина офицеров Министерства обороны побывала в Ишкашиме в составе оперативных групп. Наш народ по праву может гордиться своими солдатами. Они поставили надежный заслон бандформированием, потоку оружия и наркотиков. Радостно возвращение на родную землю. Она встречает своих сыновей ласковым теплом и солнечной погодой. Они с честью выполнили свой воинский долг и могут с легким сердцем переступить порог родительского дома. Разные чувства владеют командиром батальона, докладывающим о выполнении боевой задачи, и генералом, принимающим его доклад. Командира ждет заслуженный отдых, а генералу вновь придется вводить в Таджикистан новый состав батальона. «29 мая 1992 года указом президента Кыргызской республики все воинские части и учреждения, которые дислоцировались на территории Республики Кыргызстан, взяты были под юрисдикцию Кыргызской республики.
Поэтому 29 мая 1992 года считается днем создания вооруженных сил Кыргызской Республики. Значит, раньше Кыргызстан собственной вооруженной силы не имела. Поэтому строительство вооруженных сил, значит, связано с большими трудностями и очень большой кропотливой работой. После принятия по юрисдикции всех воинских частей и учреждений было создано Министерство обороны Кыргызской Республики, ее главный штаб как орган управления, создана штатная структура, исходя из нашего экономического, военно-политического положения. Значит, создана нормативно-правовая база деятельности вооруженных сил. Наложено было международное сотрудничество в рамках СНГ и с другими государствами. Имея собственную армию, Кыргызстан выступает полноправным субъектом международного военного сотрудничества. Процесс укрепления военных связей идет как на многосторонней, так и на двусторонней основе. Налажены прочные взаимовыгодные связи с военными ведомствами других государств. Новым шагом по укреплению мер доверия и военной безопасности стало решение о создании Центральноазиатского батальона и участие в программе «Партнерство во имя мира». Великая Отечественная война огненной колесницей пронеслась по судьбам и жизням кыргызстанцев. Сотни тысяч посланцев кыргызской земли сражались на ее фронтах. Десятки тысяч их так и не вернулись домой. Неувидаемой славой покрыли себя воины прославленной гвардейской панфиловской дивизии. Горит вечный огонь. Символ благодарной памяти потомков. Героическая история народа, животворный родник боевого духа и традиций армии. Одна из них рождена в Таласе, земляками генерал-полковника Мырзакана Субанова. Из глубины веков дошел до нас отцовский обычай благословления юношей, отправляющихся на битву с врагом. Мы с вами являемся свидетелями возрождения этого обычая. Каждый год у гумбеза Манаса, святыни кыргызов, таласцы устраивают проводы в армии молодых призывников. Никогда они не нарушат своей воинской клятвы, данной у колыбели кыргызской независимости и государственности. Заветы Манаса, напутствие родной матери, убеленного сединой ветерана и генерала, не дадут им уронить крылья в своей воинской и мужской чести. Элим үчүн аттандым, жерим үчүн аттандым, мекенимде тынчтыкты жан аябай сактаймын. В частях при подготовке вновь прибывшего пополнения особое внимание уделяется физической закалке воинов. На специально оборудованных спортивных городках проводятся комплексные упражнения с повышением физических нагрузок, чтобы воспитать в солдате стойкость к перенесению тягот и лишений воинской службы, выносливость, физическое совершенство. На полосах препятствий, лестницах и тренировочных площадках отрабатывается ловкость, быстрота реакции, взаимовыручка. На соблюдение правил личной гигиены в армии отводится определенное время. За здоровьем личного состава зорко следят военные медики. Регулярно проводятся утренние и профилактические осмотры. Для укрепления морально-психологического состояния и воинской дисциплины в вооруженных силах организована система общественно-гуманитарной подготовки. На занятиях воины получают углубленные знания об общественно-государственном устройстве, законах, обычаях, традициях народа, событиях в республике и за рубежом. Программой боевой подготовки в армии предусмотрено все, от овладения приемами самообороны до организации культурного досуга и отдыха военнослужащих. Но самое главное – боевая готовность. Go!
Охрану воздушных рубежей Кыргызской республики днем и ночью в любых метеорологических условиях осуществляют части и подразделения противовоздушной обороны, неся боевое дежурство. Одна из частей противовоздушной обороны, несущей боевое дежурство, прославленный Оршанский краснознаменный ордена Суворова третьей степени зенитно-ракетный полк. Эта войсковая часть имеет славные боевые традиции, которые продолжают нынешнее поколение кыргызстанцев. Под руководством опытных командиров, осваивая в короткие сроки сложную боевую технику, повышая свою профессиональную подготовку, физическую выносливость, они несут боевую службу в составе боевых расчетов. На вооружении зенитно-ракетного полка стоят современные зенитно-ракетные комплексы, способные с высокой вероятностью поражать современные средства воздушного нападения. Радиолокационные средства позволяют своевременно обнаружить маловысотные, маневрирующие, скоростные, малоразмерные цели, применяющие все виды маневра и помехи, и выдать информацию о них на командный пункт полка и командные пункты зенитно-ракетных подразделений. В течение нескольких секунд командиром полка принимается решение на уничтожение обнаруженных воздушных целей. Крылья соколят крепнут в учебе. Бесстрашие, мужество и смелость не даются с рождения, а достигаются множеством форм воинского воспитания, важнейшим из которых является воспитание физической силы, главного достоинства и украшения настоящего мужчины. Кырк чоросу дүркүрүп, кыргыл чалы күркүрүп, кыйгактуу найза доолдоп, кырк баатыры шоолдоп, төрөлүк жаңы көрүнүп, төрт сан болуп бөлүнүп, арстандар бүгүн жыйналды, аскер жерге сыйбады. Несмотря на свою молодость, вооруженные силы Кыргызской республики имеют глубокие исторические корни в свободолюбивых традициях нашего народа и восходят своими истоками к временам легендарного Манаса. Его имя является олицетворением патриотизма, любви и беззаветного служения Отечеству и народу во имя мира на нашей земле. Поле – Академия солдата. В напряженных буднях армейской жизни идет поиск наиболее оптимальных способов ведения современной войны, отработка различных тактических приемов и задач. И главным элементом боевой подготовки выступает одиночная подготовка. Армия Кыргызстана внимательно изучает опыт ведения боевых действий минувших войн и современных военных конфликтов. Ее военное искусство строится с учетом географических условий нашей горной республики. Учится вся армия, солдаты, офицеры, штабы всех степеней и даже многоопытные генералы. Жестокое правило войны учит: побеждает тот, кто поражает цель первым выстрелом, снарядом, на предельной дальности и с наименьшим расходом боеприпасов. Именно этому учит молодых воинов генерал Субанов, сам прошедший суровую школу афганской войны. Чтобы умело владеть и применять в бою современную военную технику и оружие, от сегодняшнего солдата требуется высокая профессиональная и общеобразовательная подготовка. Нужно хорошо знать математику, физику и другие точные науки, иметь высокий интеллектуальный уровень и морально-боевые качества.
незамысловатый, прост полевой солдатский быт. Короток его отдых между занятиями и учебными боями. Но найдется время и для песен, и для письма домой. Один солдат в поле не воин. Армия – великая школа жизни. Она учит преодолевать эгоизм, скрывать свои слабости, делить с боевым другом все радости и огорчения военной службы, понимать благородное значение солдатской дружбы и войскового братства. Сам погибает, а товарища выручает. Многие лучшие человеческие качества воспитывают этот учебный бой. Офицер – профессия героическая. Он является основной фигурой в армии, ее золотым фондом. От его профессиональных, человеческих и духовных качеств зависит успех в обучении и воспитании, физическое и моральное состояние его подчиненных и, в конечном счете, победа в бою. Они в учебных классах, полигонах и танкодромах, в караулах и боевом дежурстве не только обучают и воспитывают солдат и сержантов, но и сами шлифуют свое боевое мастерство и идут к новым командирским высотам. Силы нашего суверенного государства имеют в своем составе и авиацию, которая является грозным и часто единственно эффективным оружием в условиях горной местности. Основа военно-воздушных сил – опытные, высококвалифицированные летчики, освоившие несколько типов летательных аппаратов, имеющие налет от 2 до 3 тысяч часов. Большинство из них прошли школу боевого применения и в качестве летчиков-инструкторов обучают воздушному мастерству курсантов. Успех в воздухе куется на земле. На выполнение боевой задачи одним летчиком работает свыше 100 специалистов технического обслуживания, связи и тыла. Романтикой овеяно все, что связано с авиацией. Но мало кто знает, какие физические и моральные нагрузки ложатся на плечи пилота. Порой в экстремальных условиях летчику приходится испытывать перегрузки до 6 единиц. Летчик – профессия героическая. И потому в рядах авиации проходят службу только фанатично преданные своему делу люди. О них слагаются песни, им посвящаются стихи. Он за штурвалом и прицелом рискует головой и телом, но верит друг своей машине и инженерных рук вершине, себе уверен, и полет достойно выполнит пилот. Мечту летать он не предаст, а надо будет, жизнь отдаст. Thank you.
Сколько существует армия, столько и существуют воинские ритуалы. Не переоцените их значение для воспитания у военнослужащих чувства патриотизма, любви к родине, дисциплинированности, гордости за принадлежность к армии и своей части, верности боевому знамени, присяге. Воинские ритуалы – это зримое воплощение красоты и величия воинской службы, доблести и чести, славы и жертвенности профессии военного. Они напоминают ему о его священном долге, о его обязанности ценой жизни и здоровья защищать мир и покой родной земли. Они учат его чувству воинского братства, так как воинские ритуалы всегда исполняются коллективно. Никогда солдат не нарушит свои клятвы, данные им принародно, на глазах у своих родителей, любимой девушки и сверстников. Армия всегда была предметом особой заботы любого государства и неотъемлемой частью общества. Поэтому человек в погонах, как никто, остро воспринимает процессы, происходящие в обществе. Вот почему он всегда пользовался всеобщим уважением у народа. Армия – это детище своего народа. Высшей формой обучения, экзаменом гражданской зрелости для военных, являются тактические учения. Они требуют от каждого максимального напряжения всех сил и предусматривают тщательную подготовку личного состава, вооружения и техники. И когда настает время показывать своему народу то, чему ты научился и на что способен, военные забывают о своих трудностях. Реалии сегодняшнего дня таковы, что проведение тактических учений с боевой стрельбой обходится очень дорого. Девиз «Честь имею» для военного – не пустой звук. Он сделает все возможное и невозможное для того, чтобы с честью выполнить поставленную задачу. Есть такая профессия – Родину защищать. Все лучшее, что есть у офицера – талант, молодость, способность, здоровье – он кладет на алтарь Отечества. И вот закончился очередной учебный бой. Строи усталых солдат и офицеров возвращаются к местам постоянной дислокации. Но учение заканчивается только тогда, когда проведен их тщательный разбор, сделаны необходимые выводы из допущенных ошибок и достойно награждены лучшие. Впереди всех ждут новые задачи, новые заботы, новые ожидания. Сегодняшним праздником свободы, днем независимости нашей республики. Желаю всем праздничного настроения. Спасибо. Thank you.
Сегодня мы должны ясно осознавать, что будущее имеет лишь тот народ, который способен постоять за свою честь и достоинство, обеспечить свободу, независимость и единство. Только при таком подходе Кыргызстан будет сильной и процветающей страной, и обеспечено ему великое будущее. Уйдут годы неспокойного солнца, и зацветет земля.